Пока еще нет. Лент у нас немного. Можно какой-то общий сделать план, как мы снимаем. Я не вижу тут вообще бороздки. Я вообще ничего не вижу, потому что такое неудобное, тут на пол ложиться надо. Ты знаешь, так, все-таки, все-таки есть преимущество. А, да, я еще могу вернуть. И фокус. У того микроскопа. Он сразу на большой экран наводит. И фокус. Очень гладкая. Вот они. Есть тут борозочки. Все есть. Отлично. Видишь? О, у нас там зрители есть сзади. Да? Надо, наверное, все-таки вернуться второй раз придется. Я имею в виду, круг сделать и сюда. Смотри, сам видел, какие борозды? Ну, вот они. Вижу. Видишь? Машинная обработка. Непонятно пока со времен. Ну, кто бы сюда вез, правильно? Ну да. Какой-то блок непонятный. Видно? Ну вот, а вот тут есть же, наверное, да? То есть если взять, например, вот этот кусок. Тихо-тихо, да. Ну вот на этом я не вижу, конечно, их, но может на большом. Ты же стой. Давай вот так. Давай. Стой. Так. Потом. Вот так. Прижали. Нажали. Чик. Там разберемся. Да. Насколько он изучает? Смотри, вот здесь вот бороздок нет, да? При визуальном. Такая гладкая просто идет поверхность. Вот. Они вот здесь вот по краю хорошо прослеживаются. Вот они пошли вот так вот раз, раз, раз. И до самого низа. Так, что у нас с этой стороны? Есть бороздки? Поснимаем сейчас. Да, скажу я вам, тот микроскоп давайте, лучше. Имеет свои преимущества. А вот это наша тема. Угу. Есть бороздки? А вот здесь может. Да, 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 слушай, класс. Видишь, он не очень, не очень. А, у него и так крем поворачивается. А ты можешь привычный. С другой стороны. Вот можешь так. Можно так, да. Не привычный, конечно. Ничего не вижу. Хоть на пол ложусь. Теперь вижу. Видно бороздки? Да, тут хорошо. Бороздочки. Параллельные. Так, материал это у нас базальт. Следы машинной обработки явно. Но вот это вот непонятно, а вот здесь очень гладко. И здесь шикарная поверхность. Отлично. Примитивных удовольствий. Типа кровати. Плотских. Да. Таких вот. Не помню. Тут есть какие-то, да? Или это мне кажется? Uh-huh. Такие вот горизонтальные, да? Полоски есть, да. Но не особо параллельные, я вам скажу. Сань, это вот машинные следы. А вот идут параллельные полосы, много. Ну да, но они, по-моему, вот так вот как-то идут, да? Или вот так? Вот я отсюда вижу вот так, под углом. Я здесь вижу параллельно этому. А, на этом, да. Даже видно хорошо у меня на видео. При таком солнце ничего себе. Мы в Турции мучились-то вообще. Сейчас видео вот запишу. Он выступает. Вот. А более мягкие остаются там. То есть... Я иду, правда, на верхней части что-то будет. А шпат он тверже? Ну, черный это вообще слюда мягкие. Красный шпат, белый кварц. Белый самый, кварц самый твердый из этого всего. Ну, короче, белый, они срезаны по-разному. То есть как? Какой вывод можно делать? То есть машинная обработка, что ли? Наоборот. Ручная обработка. Да, и что с ручной обработкой так ровно все получится? Ну, короче говоря, зерна с разной плотностью, видите, вот рельеф, да? Не совсем прям хорошо. А может выветрилось? Ну, бороздки, может быть. Да, кстати, более мягкие могли выкрашиться, да, совершенно верно. Но ровно, да? Ну, ровно, да, вот это... и параллельные.